Меньше двух дней осталось до открытия нового волейбольного сезона. В 2009 году стерлитамакская команда «Спортакадемия ВРЗ» сумела пробиться в высшую лигу «Б» чемпионата России. В этом году, спустя 7 лет, впервые сыграет в высшей лиге «А». Подробнее в сюжете. В честь нового сезона во дворце спорта «Стерлитамак-Арена» устроили праздник волейбола. Спортакадемия ВРЗ провела открытую тренировку для всех желающих. А тренерский штаб команды пообщался с журналистами, ответил на вопросы о грядущем чемпионате России. В этом сезоне состав стерлитамакской команды частично изменился. 7 игроков выбыло, среди них Дмитрий Емельянов и Михаил Щедров. Команду пополнили 3 новых волейболиста. Роман Байнякшин перешел из калужской «Оки», Владислав Петров из уфимского клуба «Беркуты Урала» и Руслан Галимов, за плечами которого клуб «Урал». В чемпионат спортакадемия ВРЗ вступает с новым главным тренером. Это мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы Сергей Грибов. На пресс-конференции он уверил, шансы на победу в чемпионате у стерлитамакского клуба есть. Задача поставлена, мы будем стараться ее выполнить. А шансы у всех команд одинаковые. Есть команды, которые являются фаворитами, есть команды, которые являются аутсайдерами. Это нормально, это в каждом виде спорта и в каждой лиге. Вот. Но мы сейчас, пока как бы нас не воспринимают как серьезных соперников, поэтому этим можно будет, наверное, воспользоваться. Первый тур чемпионата России состоится 1-2 октября. Спортакадемия ВРЗ на выезде сыграет с командой Екатеринбурга «Локомотив Изумруд». Второй тур пройдет в Стерлитамаке 15-16 октября. Гостевать приедет пермская команда «Прикамье». Если вот взять календарь, ведь мы 12-я команда чемпионата России. Это значит, наш коэффициент самый низкий среди них. Поэтому наша задача будет достичь, улучшить свое мастерство до чемпионата России и достичь более высокого места. Ильгам Зарипов добавил, предстоящий сезон будет тяжелым, поэтому поддержка болельщиков очень важна. Кстати, на празднике волейбола специально для них организовали мастер-класс. А самые преданные болельщики смогли пообщаться с игроками и сделать фото на память. Информационные партнеры волейбольного клуба «Спортакадемия ВРЗ», «Стерлитамакское телевидение» и «СТР Медиагруппа». Ксения Степанова, Андрей Тримайлов, «Стерлитамак», служба новостей.